А мне всего 16 лет, невинность юных очертаний. В попытках разгадать секрет напрасных жизненных скитаний, смешно порой осознавать, что я спешу учиться жить, себя не в силах отражать, себя не в силах изучить. Так страшно вдруг остановиться, взглянуть по-новому на мир и беспрепятственно влюбиться, теряя ясный ориентир. Нельзя, пойми, нельзя нелепо забыться в дивных миражах, возвысить чувства так-то слепо, хотя и так-то нет в шагах. А мне всего 16 лет, невинность юных очертаний. Пусть сам завяжется сюжет без мной написанных посланий.